тот эффект, который вы точно почувствуете. Очень похож на амфетамины. Запустить процессы жиросжигания может вылезать глаза из орбит, значит жиротоп рабочий. Привет, друзья! Каждый третий, кто приходит в магазин Спортпита, хочет похудеть, сбросить бока или подсушиться. Естественно, всем хочется похудеть уже к вечеру, поэтому и гонятся в магазины за всякими жиросжигателями и ускорителями. В этом видео я расскажу, как выбрать жиросжигатель, какие бывают и какой подойдет именно тебе. Коротко и без лишнего. Поехали! Жиросжигатели – это добавки, которые блокируют откладывание жира, ускоряют обмен веществ, подавляют аппетит, замедляют всасывание жиров и углеводов, выводят лишнюю жидкость из организма. В общем, всевозможные варианты, которые помогают бороться с жиром. Есть всякие умные названия – термогеники, липотропики, блокираторы и так далее. Может, кому-то это интересно, но мы все расскажем намного проще и доступнее. Сразу поставь лайк, если не хочешь втыкать полчаса нудятины. Лучше и не скажешь. Разделим все жиросжигатели на три категории – легкие, средние и мощные, полупрофессиональные. Почему нету разделения на мужские и женские? Потому что в большинстве случаев это маркетинг, и особой разницы в составе нету. Начнем с легких. Это максимально безопасные жиросжигатели, с которых мы рекомендуем начать свой путь к кубикам пресса. К таким можно отнести L-карнитин, CLA, хром, бетаин и экстракт зеленого чая. Среди ингредиентов нет никаких жестких стимуляторов, поэтому можно не бояться за дополнительную нагрузку на сердце. Эти добавки мы рекомендуем начинающим или тем, у кого есть проблемы с давлением или нервной системой. Здрасте. Еще к легким можно отнести добавки с кофеином или гуараной, но в небольшой дозировке, до 100 мг. Таким образом получится еще и энергетик, который поможет хорошенько пропотеть на тренировке. Какие варианты могут быть? Все варианты карнитинов в жидком виде или в таблетках. Биотек, Ironflex, Сайтек, Диматайс, Нутрекс и другие. Кстати, у нас есть видео, как правильно пить карнитин. Переходите по ссылке. Примеры легких комплексов с кофеином. Это Thermodryne от Биотек, Ironflex карнитин с кофеином и Restyle от Сайтек Nutrition. Дальше средние варианты. В чем ключевое отличие? Если в составе больше 5 ингредиентов, значит это уже не базовый легкий комплекс. Уже должна быть хорошая порция кофеина от 200 мг, на этикетке это должно быть написано. Кофеин тоже участвует в жиросжигании, с повышением адреналина организм начинает больше использовать жирных кислот для производства энергии. Дальше идут вещества и аминокислоты, которые ускоряют обмен веществ и заставляют вас больше потеть. Существует большое количество добавок, но мы остановимся только на тех ингредиентах, которые точно работают. Вот с этого момента попадут. Синефрин – это экстракт из цитрусовых, L-тирозин, экстракты перца, форскалин и эвадиамин. Если что-то из этого есть в составе, значит жиротоп рабочий. Это как бы основные элементы, на которых базируется основной эффект. Остальное – это вспомогательные вещества для усиления. Когда вы худеете, организм выделяет не совсем полезные вещества, и чтобы их вовремя выводить, нужны антиоксиданты. Например, экстракты чая, кофе, имбиря, женьшень, ашваганда. Ищите их в составе или можно дополнить отдельными добавками, чтобы похудение проходило без вреда и изнеможения. Easy. Нельзя не отметить диуретики, это тот эффект, который вы точно почувствуете. Из самых популярных можно выделить толокнянка и, как бы это смешно ни звучало, экстракт одуванчика. Примеры средних рабочих комплексов – это Olymp Thermospeed, Nutrix Lipo 6, Revex 16 от Saitec Nutrition и Hydroxycat от MuscleTech. Переходим к мощным полупрофессиональным жиросжигателям. Почему так? Да потому что большинству вообще нету смысла себя мучить такими комплексами. Из-за набора стимуляторов и больших дозировок у многих просто может вылезать глаза из орбит, появится тремор и бессонница. А мне плевать. Зачем все это нужно девочке, которая хочет скинуть 5 кг, не совсем понятно. Да и вообще, если вы хотите скинуть лишний вес, то он и так уйдет, потому что он лишний. Такие комплексы целесообразно использовать для достижения суперформы, например, под соревнования, чтобы добиться максимально низкого процента жирности. Ну или на спор с друзьями. Ученые назвали это естественным отбором. В такие комплексы входят все предыдущие ингредиенты, но в еще больших дозировках. И дополнительные примочки. Чаще всего это эфедрин. Это очень сильный стимулятор нервной системы и обмена веществ. По структуре очень похож на амфетамины. Поэтому действует весьма интересно, повышается настроение и работоспособность.
а в чистом виде он вообще запрещен. По ощущениям можно описать как постоянное напряжение. Вы как будто целый день на взводе, но в приподнятом настроении. Что-то вроде «я сегодня съел две семечки и кефир, но…» Жить, как говорится, хорошо. Еще в состав добавляют, например, аспирин. Он подавляет чувство усталости и можно тренироваться еще дольше и эффективнее. Примеры таких мощных комплексов – это Black Spider, Animal Cuts и Methyldren. Кстати, парадокс. Есть те, кто выпьет пару капсул и ничего не чувствует, а есть те, кто от Red Bull улетает. Какой итог можно подвести? Мы любим говорить и считаем это аксиомой, что в первую очередь нужно запустить процессы жиросжигания в организме без добавок. Научить, показать организму, как нужно сжигать жиры для получения энергии. Это просто поправить питание, включить регулярное кардио, сбросить уже какие-то пару килограмм и только потом ускорить жиросжигание при помощи добавок. До сих пор многие думают, что запивая конфеты имбирным чаем с карнитином, все само рассосется. Меняйся или сдохни. Используйте добавки с умом. Смотрите наше видео, чтобы знать, как, когда и что пить. Спасибо за просмотр, поставьте лайк, подпишитесь на наш канал, у нас всегда новая и актуальная информация о спортпите. Пока!